jury of the vote, Gonzalo Guzman Molina, Argentina. Judges for the vote, Guatemala, Sri Lanka, Germany, India, China. Кстати, вот сейчас обратила внимание на спину спортсменки из Турции. У нее маленькая татуировка. Все-таки удивительно для сборной Турции. Да. Такие элементы на теле. Да, очень светская боксер. Вообще, как я уже говорил, Далгатова показывает отличный бокс на этом турнире. В прошлом наивысшее ее достижение – это серебро на чемпионате мира аж в 2014 году. Но уже после своего четвертьфинального поединка она заявила, что очень хочет взять бронзу, и для нее важно, что это как раз домашний чемпионат мира. Ее соперница тоже наделала очень много шороху, провела все предыдущие поединки. Естественно, победила с судейским счетом 5-0 в каждом. Да, сразу очень громко на трибунах. Вот отлично сейчас попадание справа. Неплохой обмен, да? Скоростной такой. Да, очень быстрый темп, кстати. Сейчас пропускает, к сожалению, Далгатова. Сейчас хорошо, через руку достала слева, точно в челюсть. Да, она помедленнее турчанка, и в этом плане Лусада от преимущества. И здорово то, что она вот эти атаки все хорошо видит и потом отлично отвечает на них. Часто очень попадает. Она хороший контратакующий боксер. И ее задача как раз в ринге, чтобы заставить соперника работать, мазать. И потом уже наносить свои атаки. Здесь хорошо было слева. Точное попадание. Довольно-таки мощная турчанка. Главное, чтобы она не утяжелила нашу Саадат, не нависала на нее. Да, причем интересно, что они обе в полуфинале, но изначально ни одна, ни другая не были сеянами. Это такая весовая, где возможны неожиданности. Сейчас неплохо, но, к сожалению, в ответ пропускает Далгатова. И сразу вперед выбрасывает еще несколько ударов. И несколько точно в цель. Хороший, качественный бокс показывает. Грамотный обмен. Турчанка немного, конечно, недовольна дистанции. Все время хочет немножко отдалиться. Ух, сейчас невероятно мощный удар справа влетает в голову турецкой спортсменки. Она стоит. И здесь можно добавить еще раз апперкот. И, друзья, нокдаун! Судья отчитывает нокдаун спортсменки из Турции. Потрясающе! Уже в первом раунде нокдаун. А еще впереди два, надеемся. Саадат Далгатова сейчас прибавит, она идет вперед. И добавляет сразу опять серию. Но, к сожалению, проваливается. Сейчас нужно отобороняться. Да, просто чуть корпусом пошла вперед и провалилась. Хорошие спортсменки, обе приятно смотреть этот бой. Истекают последние секунды первого раунда. Очень неплохо Саадат бьет удар снизу, добавляет боковой. Поднимает голову и затем слева боковой. Отлично, отлично, друзья. И главное, есть уже нокдаун в этом поединке. Это просто прекрасно. В принципе, добавляет Саадат одно очко. Вот средняя дистанция стоишь, вот здесь защищайся, тут пей, понимаешь? Далеко не стой, рядом стой, ты ее перебиваешь, ты быстрее ее. А в драку не надо, ты что ты драку? Ты что? Не надо, драку. Вот стой здесь, уходи и добавляй. Вот, 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 вот.
здорово. Снизу, сбоку, потрясающе. Да, сейчас показывали как раз повтор, и трибуны снизу, сбоку. Аж вскрикнули от этого прекрасного попадания. Итак, друзья, второй раунд. Ну что, в перерыве, по-моему, Долгатовы сказали, что ей не нужно лезть в драку и стараться как можно больше занимать среднюю дистанцию и там уже атаковать, потому что на этой дистанции она переигрывает свою оппонентку. Ух, сейчас пропускает мощный Саадат справа от турецкой спортсменки. Вот говорили, не нужно лезть в драку, а сейчас мы с вами, друзья, наблюдаем настоящую драку. Ну, на самом деле, не нужно пятиться. Вот это основная ошибка. Ей сказали, не иди в драку, она начала пятиться. То есть здесь уже, мне кажется, она была довольно-таки эффектна в средней дистанции. И вот продолжая, она начинает набирать обороты. Как только начала пятиться, отходит и пропускает. То есть, ну, такой сомнительный, на мой взгляд, совет тренера. Друзья, уже минута прошла с начала второго раунда. Да, потрясный поединок. Нам здесь довольно-таки успешно. Вот. Бесполезно пятиться, уходить назад. Есть только максимум раскручивать в стороны. Очень, часто, очень часто хорошо. Часто пытается она перкотом пробить, и затем уже серийно зарядиться. Ну, да. Какой-то такой навал у нее еще присутствует почему-то. В конце каждой атаки как будто наваливает туловище. Но это апперкоты, конечно, очень здорово бьет. Да, постоянно их пропускает, кстати, спортсменка из Турции. Она их не ожидает, не подстроилась, даже не знает, я думаю, как от них защищаться, если честно. Да, и, кстати, подключаются трибуны, кричат «Россия, Россия!» Сейчас хорошая была атака серии, но, к сожалению, потом отреваншировалась спортсменка из Турции. Ну да, они вот очень неплохо обмениваются такими жесткими ударами. Да, очень зрелищный поединок. Здорово, да. Приятно смотреть. Абсолютно бескомпромиссный. И... очень здорово турчанка так отталкивается, и чтобы судья не останавливал бой, продолжают они его. Меньше 30 секунд до конца второго раунда. Как же быстро летит время. Мало вмешивается с рефери, это приятно. Да, дает возможность побоксировать. Ух, сейчас опасно было. Главное сейчас отобраняться. Завершился второй раунд. Мне кажется, турчанка сейчас воспользовалась нашей комбинацией. Ударила снизу, добавила боковой. Учится быстро. Видимо, да. Ну да, единственное, что вот мне удалось лично услышать, не убирай руки от головы в самом конце. Мне кажется, этот поединок достоин быть финальным. Да, судя по накалу, это точно. Поэтому очень жаль, что они сошлись в полуфинале. Просто какой-то град ударов. Очень-очень здорово. Просто уже начинается настоящая мясорубка на ринге. Да, хватило бы сил до конца этого раунда.
стараются приободрить трибуны. Уже второй раз турчанка пытается ударить наш удар. Наш запатентованный удар. Да, да, да. Отдал готовый. Ну, они, конечно, прям хочется восхищаться их стойкостью. Да, настоящие войны. И отталкивают что-то, выдумывают постоянно, постоянно продолжают бой. Здорово. Да, и сразу же, вот сейчас небольшая была пауза. Ух ты, ух ты, серия. Ух ты, я не знаю, где все, но Кубарок, наверное, выбросила сейчас Долгатова. Да. Здорово, здорово. Пока это самый захватывающий поединок, наверное, на всем турнире. Да, вот 60 килограмм, мне кажется, они все-таки затмили. Переплюнули? Да. Турчанка жалуется на удары по затылку. Василя говорит, нечего поворачиваться в затылку. Ух, отлично, сейчас провалила и добавила. Вот сейчас пропускает, тоже опасно. Постоянно в конце меняется инициатива. Меньше минуты до конца этого поединка. Вот как это... много ударов. Да. Никто не хочет уступать. Да, до последнего. Сейчас, конечно, скажется главным образом, кто же выносливее. Меньше 30 секунд остается. Ой-ой-ой. Да, это просто потрясающий бой. А как-то можно обеим руку поднять? Я думаю, что надо поднимать руку Долгатову. Все-таки нокдаун был. Конечно, конечно. Это очевидно. И просто вот сокрушительная атака. Сейчас идет Долгатова вперед. И, друзья, завершился этот поединок так же, как и начался. Бескомпромиссные схватки, друзья. Очень интересно, кем же будет судейское решение. Я думаю, что победила Саадат Долгатова. Она провела отличный бой. И плюс, конечно же, нокдаун в первом раунде. Мне кажется, нужно какой-то дополнительный приз еще для второй спортсменки придумать. Да, самое зрелищное, например. Да, 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 действительно, очень. Или не очень. Сдающийся. Да. Она даже здесь улыбнулась. Да, вот, ой, показала язык. Вот приятно, да, когда в таком кураже проводит бой? Да, очень здорово. Ух ты, вот это удары. Итак, друзья. Победу в этом поединке одержала... Обалдеть! Я, честно говоря, вот этого совсем не ожидал. Победу отдают Гусина Сюрминели из Турции. Да, это действительно странно. Все-таки был нокдаун. Ну, очень-очень ровно все шло у них. Но вот тот нокдаун, он же, в принципе, это точное попадание. Это не обязательно, что это выигранный раунд. Поэтому тут очень ровный бой, очень ровный. Да, и видны эмоции, конечно, на лице спортсменки не из Турции. Ожидала, она все отдала в этом поединке. Потому что в таком бою всегда хозяевам отдает. Поэтому очень, ну, неожиданно и для да, нее. И вот мы сейчас видим, очень расстроена Саадат Долгатова. Да, к сожалению, Саадат Долгатова покидает этот турнир с бронзовой медалью. А так хотелось, чтобы у него было золото.